Буэнос диэс, братва. Ядерный рассветный заряд ваш экрана. Это значит, что мы идем штурмовать тюрячку. Да, это Borderlands. Садитесь поудобнее, берите свои ништячки. И полетели. Так. Надеюсь, мы не познакомимся с одной очень неудобной в обращении штукой. Не, с этими хуями я точно связываться не буду. Так. Надо разобраться, куда мне подъехать. Ага. Короче, топим напрямую. It used to be an island in the ancient sea. Now it's Mr. Shank's own personal mail stabbing machine. That's what she said. High five! Nobody? You're looking for an outcropping west of the palace. That's going to be your ticket in. И чпок! Чё-то как-то изи, когда я, помню, первый раз это место проходил. Ох, я и наматерился, потому что, ну, во-первых, я был дебилом и пытался это сделать на монстрике. You found hubby number one's house. I always thought his roof would make a great stunt ramp. Time to find out. It's showtime. When you get inside the walls, find an echo transmitter so I know you made it. Чтобы не тратить драгоценные патроны. Мы лучше сделаем вот так. Я, конечно, все понимаю, что я могу плеваться патронами, как семечками, но даже я способен к их экономии. Начнем, наверное, с главного. Блять, он с двух критов не лег. Этому понадобилось три... кормить. Стоп, а нахуй? А, хотел сказать, а нахуй здесь точкомат? Так, ну чё? You made it! I bet those bitches weren't expecting you to land on their heads! Okay, I'm sure Mr. Shank is holding your girl in one of those cell blocks. Get inside the building. Ну шо ж. Ой. Ой. Я, кажется, пантограф зацепил. Так, ребятки. Понадобится небольшая пауза, потому что у меня форточка открыта, что-то прохладно. Хотя не похуй. Чуть позже закрою. No doubt this is an over my dead body kind of situation for him, so don't feel bad when you have to kill him. Когда убьешь? Aim low. Целься пониже. Ты чё, намек на то, чтоб я ему хер отстрелил? Купи аптечку. Не пожалеешь. Да, выглядит забойно. Сколько, блядь? Сука, 40-й левел требуется. Блядь, мне этот щит был бы позарез как нужен. Так, у меня 603. А, в пиздищу, впрочем. Жирный щит, это тоже круто. Так, давайте-ка посмотрим на пуки. Так, 123, 86 и 7. Найду я что-то более дамажистое и более точное. Так. Нет. Все снайперки, которые у меня есть, то еще говно. Так, короче, все сливаю. И неистово давим Enter.
Так, а есть у меня апгрейд для ПП? Так, тут же часть тратим. Так, закупочка. Так, гранат надо взять. Ну и все, в принципе, я патронами обеспечен. До кучи у меня еще очень жирный щит и очень кусачая птичка. Голубок. Сутенер. Чего, блядь? Безбашенный гей? Ну давайте изнасилую, в чем проблема? Короче, не берем итемы дешевле 10 тонн сразу же. Просто потому, что потом это барахло я заебусь таскать. Так, патронами полна коробочка. Ох ты ж, блядь, Lockdown Palace, мать его. Да, ну патроны мне в принципе не шибко сейчас нужны. Это типа местный аналог психов. Видит Бог, я упил как сумасшедший. Иди-ка сюда. Ну все-таки вы огребаете. Где моя палка-огребалка? Лучше беги! Соси писю. Hey, are you attempting stealth? I mean, is this what stealth looks like to you? You're on camera, by the way, and this is the first non-rerun that we've all seen in like 14 years. Догорел. Chaz even made chili cheese fries. Кто там настреливает-то, я хуй пойму. Hey, I'm not into him. No way. And if you're looking for the girl, I can assure you she is unharmed. Shit, not that we wouldn't. I mean, we'd totally harm her. I'm thinking of harming her right now. Так, чё, нам прямо? Azul come too. Короче, пидарки пошли потрахаться, я так понимаю. И вот как-то мина упала. Это просто какой-то партикл левый. Так. Долю барахлишка хватит. Так. В таком случае очень помогает бить по площадям. Так, 7600, 4000. Что-то у меня раньше так радовали, а сейчас обеднели. Поначалу-то, ну, вы помните. Хуяк. Chaz, stop! Oh my god, I'm so ticklish there. Oh, did I hit the transmit button? Oh crap! Hey, yeah. So you're still gonna try to infiltrate my palace, huh? Death on your head and such. Так, надо, по-моему, крылочек сразу выпустить. Потому что его дамаг конвертируется, опа, в мои хп.
Так, там какой-то еще мини-пидор. А, вот мини-пидор. Блять. Это, по-моему, самая неполиткорректная миссия, в которую... которую я когда-либо проходил. Так. Этого сожгли. Блять, я очень не хочу неполиткорректных шуток на националистической почве, но они, сука, сами напрашиваются. Так, это тоже берем. Так, а где у нас ремонтный наборчик лежит? Ага, в самой тюрячке. Мне все равно выходить, в отличие от этой пизды, которая весело и бодро воспользуется телепорт. Коробочка с патрончиками. Ты где там попердываешь, сука? Блять. Весело. Короче, обошел огров поверху. Так, этот подожжен. Сумасшедшее животное, конечно. Так, а мы транспузочку ебнем. Пидорасы. Он та херня еще долго меня будет мучить. Ну, нихера себе, он горит. Ебать, у него, конечно, дамаг огненный пролетает. Еще один пидрило. Ну, это хоть 37-го. Нет, тоже 38-го, вру. Так, готово. Сейчас я реально могу сказать, что я конкретно так припотел. Ёбаное кладбище, а куда дальше-то? Что-то я подзабыл. Дайте заодно и брахлич сольем. Так, куда мы дальше? Тут проход, да нет. Тут. Угу, я вспомнил. Lockdown Palace я проходил всего дважды до этого момента, поэтому просто пытаюсь вспомнить, что где, куда. Да, я люблю убивать. Да знаешь, мне тоже по кайфу. Поэтому гори. Ну не люля-кебаб, а вот шашлычок. Это запросто. Блять, какой-то странный шашлындос, не находите?
35 тысяч. Не кисло. В принципе-то. Надо чаще крылом работать, кстати. Комбинированный урон. Это, сука, весело. Где пидорок? О! Так, а дальше-то куда? А, вон тут проход. Савимся. Савимся. Ah, shit. Here we go again. Oh man, you're dead! You're dead! Shank's gonna gut you! Shank's gonna slit your throat! Shank's gonna suck your eyeballs out of their sockets with a straw! Shank's gonna... That's Mr. Shank. Да начнется месиво. Я тут буду хуярить критами, как бешеный. А, он топчется мне за спину. Вот пидорюга. Так, ты дебля. Ты ждешь, пока я остановлю чешу? Ну тогда горит. Так, контакт. You killed my second husband. You actually killed him. I know I told you to, but I'm sorry. I need a minute. Go get the girl. I'll be in touch. Так, телепортер у меня. Шикардос. Так, ну по хронометражу нормально. Еще минут 15 у меня есть в запасе. Я просто не хочу слишком серию затягивать и схожу, ну, 30-35 минут на серию. Вот запас патронов пополнить надо. А теперь к огненному урону добавляется еще и шоковый. Как тебе такой, Илон Маск? Ну, блядь. Так, как нам поступить лучше? Качать кражу жизни? Так, 6, 9, 12, 15. То есть до 15% от максимума в течение 7 секунд. Или вот так. Дамаг кровокрыла. То есть 14% от дамаги кровокрыла. Но в любом случае теперь будет еще веселее.
Вот почему они всегда нападают сзади? А, точно, голубки же. Хоть и пидоры, а денег дали, как это мило. Так, шоковый ствол, пиздатенько. Так, теперь вспомнить, куда топать. И по идее где-то в том конце лежит ремнобол. Только где конкретно упомнить не могу. Наверху, что ли? Так, тогда надо придумать, как забраться наверх. Здесь стрелка кажет туда. Так, я что-то сейчас нихера не понял. Так, давайте, ладно, давайте-ка возьмем себя в руки, осмотрим балкончики и поймем, где же может быть вход. Потому что я проходил довольно давно эту миссию и слабовато помню. Ага. Вот оно. Ну, почти. Нихуя, вернее. Вот оно, нахуя намотано. И как мне со всей этой херобоищей разобраться? То есть, как туда наверх залезть? Я что-то немножко не вкуриваю. Получился небольшой проскок, так давайте пробуем ориентироваться по карте. Ага. Как же я, блядь... А! Вспомнил! Вот и зуебизи. Надо будет сделать свой перевод с Блэкджеком и Близями. Шоковый урон, да еще и огненный. Надо ли говорить, что разъеб будет похлеще водки, запитой пивом? Причем никаким-нибудь мотором, нахуй. Блять, мне аж страшно стало, когда я сказал, представил, что будет, если водку запить мотором. Блять. Это очень жестокая вещь на самом-то деле, если так вдуматься. Ага, вот и ремнобор. Так. Логан SES. Технологии плюс большая емкость магазина. Так, твоя дочери по-моему, это что? Снайперка?
Так, 182 на 6. А у меня что за снайпа экипирована? 411, точность 96,8. Берем нахуй. Вторую такую я вряд ли найду. Ой. Ей требуется 40-ка. Угу, так, лестница в небеса. Так, кто там выебывался? Там сел. Пидорас. Есть еще вот. Как я заказался, пидорюга? Пидорасина очкаста. Блять, это уже напоминает избиение младенцев. Натурально. Просто изнасилование какое-то. Отсюда приперся, я что, кругаля дал? А, я развернулся в какой-то момент времени. Rescue is most agreeable, thank you. But to be honest, mostly they just wanted to do my nails and talk about boys all the time. I almost sort of liked it here. They were like the sisters I never had because Atlas duped me into killing them. Wow, that got heavy, didn't it? Never mind. I don't have time to explain everything right now. I need the teleporter straight away. Just give me the PTD. Meet me back at Scooter's. Sorry, this thing only has enough juice for one. Athena out. Вот сучка, а? Ну хули ты сделаешь? Sorry to be such a party shitter. Trying to make funeral plans and help you escape at the same time. My late husband's cronies will be coming after you. Just take a monster off the old pier, you'll survive the fall. Oh, and pour one out for David. I mean, Mr. Shank for me. Пиздец. Четвертый муж пьет за второго, которого он только что прикончил. Нихуя себе, Санта-Барбара. Так. Ну что ж, на этом я, наверное, предпочту прерваться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.